Сегодня нам предстоит рисовать на волшебных холстах, ведь все, что мы нарисуем, магическим образом появится у нас. Но что если нарисовать, например, SCP? Выживем ли мы? Давайте проверим, ну а мы начинаем. Вот слушай, Флочка, я долго думал, на кого ж ты похожа, и все-таки я понял, на кого ты похожа. На кого я похожа? Угадай в какой руке. Право-лево, право-лево. Опа! Ха! Неважно. Короче, Флочка, вот знаешь, иногда вот смотришь на тебя, смотришь, а у тебя такие глаза, что сразу становится страшно и сдвинуться не можешь. То есть ты настолько очарован мной, что не можешь сдвинуться и просто пыришь на меня, да? Не, я просто понимаю, что если я двинусь или что-то сделаю, мне конец. Короче, вот, я вот думал, с кем же вот это вот сочетается прекрасно. И придумал. Точнее, не придумал. А вот в Телеграме, в комментариях ребят написали, кем мне тебя нарисовать. И я такой, о, идеально подходит для Флашечки. А, понял. То есть ты говоришь, вот я думал и придумал, а оказывается, это все ребята тебе подсказали и написали, да? Не, ну смотри, они написали этого персонажа, просто написали. А я такой додумал, и да, это идеально под Флашечку подходит. Ну, короче, я тебе придумал, я поняла. Спасибо, ребята, что пишете в Телеграме, на кого я похожа. Надеюсь, он нарисует принцессу из Диснея. Да, принцессу. Так, смотри, первым делом рисуем твое тело и твою маечку. Так, давай, рисуй мою маечку. Я пока что тут побегаю, попрыгаю, верстак. Где мой верстак? Откуда у тебя вообще верстак? И что-то, подожди, ты какая-то плотненькая получилась. Да, что-то у меня голова какая-то маленькая. О, так, так, ого, нормас. А почему у меня лицо коробка, не понял? Не, смотри, смотри. Вот на самом деле, вот волосы я буду рисовать в самую последнюю очередь. И скоро ты поймешь, почему. Так, что у тебя там дальше? У тебя дальше идут ручечки, правильно? Это ты правильно вспомнил, что у меня есть, оказывается, еще и руки. Ну, это, в принципе, было несложно. Так, вот знаешь, вот сейчас я нарисую одну деталь, и ты такая, а-а-а. Так, как ты думаешь, что я рисую? Хвост. Я змея. Ты русалка. Ладно, шучу. Какая ты русалка? Не, Флочка, вот у тебя тут еще... Три. Да, что, за что, за что, подожди. Откуда у тебя динамит? А откуда динамит? Он всегда у меня есть в инвентаре. Вытащила из своих широких штанин. Так скажем, а кнопочку я скрафтила. Понял. Так, ладно, вот твоя маечка. Кстати, по-моему, идеально получается. Но. Не-не-не-не-не-не-не-не. У меня на майке красный, темно-красный и светло-красный. Это какой-то розовый под цвет глаз. Извините, пожалуйста, тогда вот так вот будет. Ну да, вот так вот больше похоже. Но оно длиннее, оно не в 2 пикселя. Нормально. Вот ты спросишь, а что это у меня скретчи на плечах? А это твои наплечники. Ой, ой, так я так-то одетый эльф, да? Где мои длинные уши? Какой эльф? Ты не эльф, Фласочка, сейчас подожди. Я ламинария, все, я понял, я ламинария. Ты ламинат, Фласка. Нет, ты не ламинария, подожди. Вот сделай мне еще вот так. Да, все, пошутил, не ламинат ты. А кто? Пока ты только Фласочка, и все. Ладно, хорошо. О, кстати, прикольно, вот такие вот переходики ты сделал на моем хвосте. Так погоди, я змеюка с наплечниками. А зачем мне наплечники, если я змея? И где мои волосы? Почему я лысая? Подожди, а с чего ты взяла, что ты змея? Ладно, чуть-чуть волос у тебя будет. Чуть-чуть, прям немножечко волос. Вот как-нибудь. Так это очевидно, что я змея, ёшкин ты кот, а что это у меня тогда такое? Чё за огурец у меня растет из ног? Может, ты русалка, кто тебя знает? Так, сделаем немножечко вот так вот. У меня водоросли на башке. Да, да, у тебя водоросли на башке. Погоди, я какая-то цветочная фея, что ли? Не-не-не-не-не, ты не цветочная фея. Сейчас, подожди. Вот так вот, вот так вот. О, шедевр. А почему у меня маки растут на башке, я не понял. Да какие маки, ну тут же понятно все, что это не майки. А что это такое? Какие-то росточки, не распустившиеся цветочки. Что это? Боже мой. Смотрит прямо в душу. У меня на башке что-то живое. Да, у тебя на башке что-то живое. Так, ну давай чубчик тебе сделаем. Так вот как выглядят вши, а я-то думала. Да какие вши? Не вши, это Фласка. Давай, твои варианты. Ну тут же все понятно, я думаю. Я огурец с вшами на башке. Да не огурец ты, нет вшей на башке. Ладно, это змеи. Давай, думай, что это? Я Марго. Да какая Марго, блин? Ну как эту штуку, я что думаю... Ой, извини. Я думаю, помню, как твою эту Марго звать, Аригато. Погоди, я забыла, как ее звать. А почему у меня подобрать? Вот так лучше, да? Я резко вспомнил, кто это. Это Медуза Горгона. И нет, Google переводчик мне не помогал. Ой, переводчик, Google, просто Google. Правильно, правильно. Так, ну что? Но, знаешь, это на самом деле очень опасно, потому что если Майнкрафт сделает все как надо, то я даже на тебя посмотреть не смогу. Это да. Да ё-моё, ну на кой я кнопку крафтила, если я не могу ей воспользоваться? Все, просто поставь кнопку и просто нажми. Без динамита. Так, ладно, давай, давай. А ты, давай, готов? Да. Раз. Три.
Два, три. Так, Флавичка, и знаешь, мне что-то немножечко страшно поворачиваться. Я посмотрю на Нифига себе, ты мощная. Ты что сделала? Фласка, ты издеваешься? Я ничего не могу сделать, ты меня камнем сделала. Да, отойди от меня. О, все. Тихо, скрычи, возвращайся. Смотри на меня. Ты как застынешь, я тебя взорву. Давай, давай, иди сюда, иди сюда. А что это такое? Где? Это. А что ты сделала? Ну ты посмотри, это что? Не знаю. Выглядит страшно. Это твои каменные чары вот эти вот. Все, я пошел, я на тебя не смотрю. Слушай, а зачем ты меня тогда такой нарисовала, если смотреть на меня не хочешь? Давай, иди сюда, иди сюда, иди сюда, скрычи. Посмотри на этот житель. Друг на друга посмотрите. Вон, я вижу же. А чё с жителями? Ты на них посмотрела? Пока что еще не смотрела. Ну-ка. О, скрэчи, ну все, давай, аривидерчик, как говорится, ББ. Ну нет, подожди, Фласка, стой. Да куда, куда, куда? О, ты выжил. А почему ты урон не получил толком? А чё ты делаешь с этими жителями? Ты типа на... Подожди. А, да Фласка, блин! А я чую на вас, что ты на меня смотришь. А, лох, сейчас еще раз бомбанем тебе. Так. Да не работает твой динамит в этом мире. Медуз Горгоны динамитом пользоваться не умеет. Фласка! Все, я тебя взрываю, скрычи! Ладно, подождем, постоим. Все, не заходи в меня. Так, подожди, посмотри, пожалуйста, с жителем друг другу в глаза. Я хочу... Да, смотри! Он не может Ой, а что он помер? Не понял, а что это не помер? Подожди, посмотри в глаза жителя, пожалуйста. Так, а ну-ка... давай, смотрю. Смотри, все, они перестают двигаться и вообще как-либо существовать. Все, они это, замерли, застыли. Ничего, навсегда? Не знаю, наверное. А почему на тебя это действует не навсегда, а на каких-то там секунд 10, наверное? А на них навсегда, не понял. А потому что я рисовал, Так, подожди, ты там придумала, что дорисовать будешь? Да блин, стоит там с динамитом, балуется, все, я не хочу на тебя смотреть, Фласочка, не хочу. А может ты ж... Да хватит! Да не работает твой динамит, он мне не полсердечка даже не сносит. А почему? А, потому что ты камень, что ли, поэтому? Возможно, кстати, возможно. Так, Фласка, все, подожди. Ты придумала, кем ты хочешь меня нарисовать. А ты можешь вообще шапку какую-нибудь надеть, чтобы твои медузи способности... Ты что сделала? Ты холст сломала? Заморозила его, ибо нефиг на меня так смотреть, он мне не нравился. Зато выглядит эффектно, смотри, короче. Подожди, а ты можешь какую-нибудь шляпу надеть, потому что вот это вот на тебя смотреть, а каменевать... Мне не хочется. Надень шапку. О, подожди. Ну потому что 10 секунд еще не прошло. Все, я могу на тебя смотреть. Ты спрятала своих медуз. Спасибо тебе большое, Фласочка. Звучит мерзко. Но не медуз, а этих, змеюк. Еще мерзвее. Так, ладно, все. Ты что ты будешь рисовать? Скажи мне. Или хотя бы подсказку дай, или просто рисуй. Короче, решила тебе отомстить, так как ты меня нарисовал страшненькой девочкой. Я решила нарисовать тебя страшненьким мальчиком. Сейчас тебе понравится. Смотри, короче, рисую. Ты посмотри, какой у тебя хвост. Какие у тебя эти, на рукавнички. Да-да-да, прикольно. И какая-то мерзкая штука на башке. Мне не особо это нравится. Сейчас я нарисую, сейчас ты все поймешь. Зато тебе нельзя смотреть в глаза. И другие существа, если на тебя посмотрят, они... Господи, что это такое? Это мим какой-то? Какой мим? Это все поймешь. Это на брови, да? Ну, почти. Выглядит максимально пока что странно, если честно. О, господи, что это? Что-то страшненькое. Мне пока что это напоминает этого разорителя. Слышь, похож немножко? Похож на маску маньяка какого-то. Сейчас тебе все понравится, смотри. Опа. Господи, я вообще не понимаю. Это типа рот? Это типа рот, а сейчас мы сделаем зубки. А почему рот ниже головы? Не важно. Господи, у него желтые зубы? Да. А все потому, что у него рот открыт, поэтому он ниже. Так, а где верхние зубы? И что у него из носа кровь течет? Это не из носа кровь, это подтеки под глазами. А, белые это глаза, да? Да. А что у него только нижний ряд зубов, а верхнего нет? А верхнего нет. Ну ладно, хочешь, давай два будет. Это все за Патрик, блин. Не знаю, ты сам попросил. Нет у него там зубов, отстань. Ты его решила перекрасить. Я пока, честно, не понимаю, да, что это. Решила перекрасить, потому что ты говоришь, что ты не понимаешь толком. Вот, не видишь ничего, вот. Я вот не знаю, может, тебя хвост подчик-чирикать, а? Я пошутил. Не снимай шапку, только рисуй. А слушай, а ты умный мальчик, я тебе скажу. Умный мальчик, уже собиралась снять. А это руки ты рисуешь или ноги? Куда мне думать? Ой, это бешеный петух какой-то. Какой петух? Это его лапти, смотри, какие страшные. Господи, они... В чем они? В крови. Ну, кстати, выглядит максимально эпично. Мне очень нравится, как ты рисуешь. Да, спасибо, спасибо. Но он такой, знаешь, такой худенький мужчина длинный. Ага, скажи, как ты прям? Прям как ты?
Я пошутил. Все, я снимаю. Нет, не снимай! Да фласка, ну зачем ты? Надень обратно свою шляпку. Извинись. Ладно, извини, вот. За что извинились? Да за все хорошее. Не-не-не, конкретно за что извинись? Я уже не помню за что. Ну ладно, хорошо, так уж и быть. О, спасибо. О, фух, сразу отпустила. Так, я понял, кто это походу. Кто это? Это SCP? Как ты понял так быстро? Похож на SCP, только, блин, я не помню, как его это... зовут. А ты подумай, давай, вспоминай. Так, по-моему, он... А он плачет в углу, он любит плакать в углу. Да-да-да, он любит плакать и убивать. Я понял. Так, по-моему, его зовут... Я помню цифры, 096. А, скромник, во-во-во, вспомнил, скромник. Вот ты теперь скромняшка у нас будешь по жизни. А ты что, уже готова? Ну все, да, что мне еще с ним сделать, тыкуй страшный. Ну давай, тыркай тогда. Так, твори, 86! Фласка, я тут это, вырос немножечко, Слышь, Скрэч, а ты теперь вылитый, как в реальной жизни. Подожди, я просто бью. Ты все взрываешь, когда бьешь. Слышь, я тоже хочу, ну почему я девочка TNT, но почему-то постоянно у тебя персонаж, который взрывает. Это нечестно, мне кажется. Подожди, так мы можем с тобой в команде работать. Ты замораживаешь моба, вот так, а я подхожу и... Бам, уль. Ну слушай, а с драконом то же самое, он замрет на месте? Наверное, не знаю, надо проверить. Слышь, кайфы, я хочу, слушай, а что еще ты умеешь, кроме как взрывать все, когда бьешь и быстро бегать? Так, подожди, у меня есть еще кнопка и... О, я плачу, смотри, только я когда плачу, я медленный какой-то. Ну не плакай, все хорошо, ну куплю я тебе твой этот, киндер-сюрприз. Киндер-сюрприз я хочу, кстати, да-да. Когда дождь попадает на кого-то, точнее мои слезы, он помирает. Блин, а кстати, почему ты не помираешь? Может это работает только на мобов, типа на игроков не работает? Возможно, но вопрос, а почему? В чем разница игрока и обычного моба? Сейчас динамит взорву, пойди. Доволен? Да. Эта штука. Доволен. Подожди, я хочу теперь в Эндермир с драконом попробовать. Ну, пойдем. Но я не знаю, где портал. Стоит, плачет. Побежали где-то. Тут я видела руины портал. Погоди, нам же не в ад. Побежали, нам нужно это. Какой руины портал? Нам нужно в Эндермир. Эндерперлы у тебя есть? Можешь по-быстренькому нарисовать их. Или я нарисую эндерглазки. Как они рисуются там? Ну, в принципе, это будет довольно-таки просто, потому что я максимально быстро умею рисовать глаза, вот эти вот, так скажем. Ну да, опыт не пропьешь, как говорится, да, рисуй. Но он будет не особо круглым, но в принципе и так сойдет. Это ж Майнкрафт, он должен все понять. Во, как-то вот так вот. А почему он голубой, если он должен быть зеленый? Да ты подожди еще. Вот сам глаз вот такой вот. Он голубой только в обводочке, так скажем. Вот это, конечно, око мира. Вау. Око Эндера. Ну или так. Так, сейчас закрашиваем, немножечко редактируем вот так вот. Добавляем различных вот тут вот переливчиков, типа вот так вот. Что еще добавить? Можно вот так вот блик на глаз добавить. Но я думаю, понятно, что это око Эндера. Нет, слушай, выглядит очень даже красиво, мне нравится. Он выглядит даже краше, чем оригинальное око. Так, и знаешь, что я сделаю? Я вот тут вот... Напиши 12. Я 16 хотел написать. А, ну 16. Я думаю, Майнкрафт поймет. Ну что, раз, два, три. Ну и что это было? И где? Ты все разнес, Скрэч, из-за этого, походу, ничего не дали. Ну блин, и что делать? А не, погоди, мне дали почему-то. О! Не знаю, может потому, что я бубухнул. Все, давай, погнали быстрее, найдем портал и отправимся к дракону. Побежали. Так, флешка, ну все, мы, в принципе, там, где нужно. И знаешь, что удобно? Я могу просто вот и спавнер разрушить, и все разрушить. Так, вставляем. А эту штуковину ты можешь разрушить? Портал нет. Я вижу, ты уже шляпку свою сняла, но я, в принципе, тоже готов. Давай, Скрэчи, мы должны с тобой сегодня его победить за 5 минут. Смотри на него быстрее. Да я не вижу его, где он? Вон он летит. О, ты его поломала, реально? Ну что теперь? Надо было дождаться, пока он сядет. Стой, подожди, я сейчас включу свой плач, режим плача. Я когда плачу, я очень медленный. Я включу режим плача и наплачу на него. Сейчас, подожди. Оба, так, я начинаю плакать. Я плачу. Видимо, слишком низко. Так, ладно, еще повыше немножечко. Привет, дракончик, я плачу. О, чё? Я все его выплакал, типа. Да, только что-то опыт нам не дали, дали только яйцо. Не, ну слушай, тоже неплохо. Яйцо выпало, вон оно. Так, тихо.
Удобно. Надень шляпку, пожалуйста. Не хочу на тебя случайно посмотреть. Ладно. О, все, спасибо. Ну слушай, это было довольно-таки круто. Мне понравилось, кем ты меня нарисовала. Мне тоже. Короче, ладно, ребят, я думаю, на этом можно закончить этот безумно крутой выпуск. Если он вам понравился, то обязательно влепите лайк. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Ну а с вами были Фласочка и Скретч. Всем удачи и пока-пока. Пока-пока. И кстати, если вы хотите больше SCP, пишите в комментариях, кого можно рисовать.